Тоқадағаны еңнебет барыта автоматикаға оңы олығыраның ұлығыд вездеходтар бүгін ортақ алама ұлығын болулар. Ол күрдік бұл саас Архангельской областын экспедиция тұрымыд вездеход масынала қаманда республика қотылығығар тейді. Төт шерф вездеходта ағы сайынет бұл сыл сәтенне жүрбі күнігер анадырға тейер бұл анақтар. Эти кнопки, это подкачка колес. На ходу осуществляется подкачка очень быстро выхлопными газами. Есть блокировка дифференциалов передней и задней секции. С этой стороны лебедка. Бокурдык экспедиция салаячата Алексей Гарагашиян уран тахарвы техникатын кепсир. Ол курдык Санкт-Петербург коракка кене мастерской югар бо вездеход масына балтара сылыгар таңылландық сыбыт. Онтан ила ити кетігінча 15 сыллақтан уға тимирбет бадарантан толлыбат қаянан ойур бүгінан хылжар Гарагашиян техниката андойдуга тия билинне. Я вездеходы начал делать где-то, наверное, с 91 года. Тогда я жил в деревне, это была насущная необходимость. Просто вот без вездехода от дома не отойти было. Хоть это в Ленинградской области. Стал простенькие машинки делать, на камерах денег тогда не было. И потихонечку стало развиваться, что сложнее, интереснее, совершеннее. Ну, такое вот. Всю эту лестницу прошел. Архангельский короттан мусустар ига сағаламыд экспедиция ағыстығынча километры ахан ортахалыма короттан болла. Аяннеттар ағыстар кенелер техниканы боробалылар, оны кытта чинчиер үленен эмия жарықтан аллар. Мы любим дорогу, любим путешествовать, любим быть на природе. А параллельно ведем небольшую научную работу, например, измеряем радиационный фон по всему нашему пути, такой мониторинг. Нас один участник собирает и специальными выделенными приборами измеряет этот радиационный фон, собирает образцы по пакетикам, подписывает, где что было подобрано. Как правило, это мох, лишайники, которые впитывают радиацию, и отправляет в организацию, которая занимается этим. Амфибия вездеходтарынан тыгынчанын километры уңуардан экспедиция анадырга тиер соруктах. Онтонулықтарын аянға анабыт бир саналақ экстремал жон ити курдук котунан соғырунан холжаллар. Айылғолары етін қартысқа түйерен уететелілер кейіне әмия усталлар. Александра Хабитчарова, Саха телевидениеде, Ортақалыма.